Начнем наш тренинг. Тренинг хорош постоянством. Есть, теперь надо весик немножко прибавить. Ладно, не спешите. Килограммчиков. Заделали. Еще подходик. Ну что, подбавим еще. Это уже 20 килограмм. Так, 20 килограммчиков. Главное, свежесть когда есть.
высота поднимается хорошо. Свежесть, настрой. Значит, в тренировке важны свежесть, настрой и отсутствие травм. Тогда можно выложиться хорошенько. Прибавим еще весок. 22. Вес готов. Вес 22,5 килограмма. Есть первый подход. Настроимся. Мысленно приведем свое тело в такое насыщенное энергией состояние. Оно в тонусе, в радости. Вдыхаем прану, распределяем ее по дельтам, трицепсам, всему телу. И чувствуешь такое опьянение. От веса, большого веса, с радостью вцепляясь в него и погнал, чтобы тренировка шла в радость. Thank you.
А вы когда-нибудь пробовали, я думаю, что пробовали многие из вас, как бы сказать, достигнуть своего края в чем-то, ну, в бизнесе, допустим, в силовых упражнениях, в силовой выносливости, как бы сказать, посмотреть, на что способны вы. Ну вот мне хочется сейчас посмотреть на 63-м году, на что способна вот эта вот мужчинка, которая зовется Гинеша, которую вы знаете как Малахов Геннадий Петрович, на что она способна вот в жиме сидя, с таком сказать, подъем на бицепс и жим сидя. Что я, значит, поднимал? Ну, поднимал я по 10 раз. Ну, можете поставить ставки. Сколько я подниму? Ну, 10 раз я подниму тогда, 20 килограмм. Подниму ли я 12, 15, 17? Итак, делайте ставки, господа. Я на ваших глазах сейчас начну вылаживаться. По полной. Сколько раз я подниму этот вес. Итак, начнем с... как я люблю испытания. И сколько я их прошел. Итак, будь смелее, акробат. Накачаем тело пранической энергией. И поехали. Один число счастья. Я! А теперь жим лежа. Начнем с полтинничка, разминочка. Хотя разминочка уже была сделана, но тем не менее. Жму чисто руками. Раз хорошо в качестве разминки. Важно прочувствовать вес, размяться в каждом движении, а потом уже поработать. Ah.
Фу, разминочка окончена. Поставим первый рабочий вес. Жму 9 раз в зажимающем стиле, так как плечи страхую, только что не перестали болеть. А последний раз, 10, опускаю на грудь и полностью выжимаю, то есть с полной амплитудой. Вот как раз последний раз дельта растянется и чувствуется тут еще травмированное место. Поэтому будем осторожнее. Добавим еще 10 кг. Не надо, Петрович, помогать, лично будет показывать упражнение. Зайдите, смотрите внимательно, работаем. Как говорит Денис Кипров, удачи тем, пою брат. Деньги по. Короче, поймали, смотрите так. Веса надо увеличивать. Я жму так, чтобы больше была нагрузка на трицепс. В основном на трицепс, не на грудь. Будет.
Так, ну что, как говорится, прошлись. Теперь надо и поработать. Еще подходика три уместить. Вес примерно 65 килогерц. Здесь уже перерывы на отдых покороче, амплитуда побольше, и погнали. Хочешь прогрессировать? Пошли. Пасы. Все, необходимый объем сделан, чтобы бивни росли. Приступаем к следующему упражнению. Гантели на бицепс, сидя, и жим французский одной рукой. И поехали. Значит, сколько тут? 9,5. Да, 5. 9,5. 14 килограмм.
сука. Первое сделали. Перед вторым подходом я сделаю кое-какие пояснения. Я могу тянуть на бицепсы побольше, вы видели тут вот 22,5 килограмма. Но что получается? Для того, чтобы именно вы почувствовали, что работает ваш бицепс, он напрягается, заливается кровью и начинает сжечь, это с небольшим весом контролируемые движения. С большим весом этого сделать нельзя. Здесь идет нагрузка больше на все тело, и вы вроде как развиваете силу всего тела, поднимаете на бицепс, но это не значит, что он у вас прорабатывается хорошо, отнюдь. Вот от этого он лучше всего растет с небольшим весом, и вы посмотрите, все звезды делают с небольшим весом много раз, чтобы именно попасть в мышцу, а не в тело. Чувствуется, что попало туда, куда надо, нагрузка. Здесь 10 килограмм. Правая у меня заметно сильнее, особенно на трицепс. Потом делается легче. Ладно. Два подхода.
зажил. Зажил правую. Ты подходи, кого? Ручки налились хорошо. И четвертый заключительный подход. Хорошо проработали. Можно, конечно, и больше. Но потом целый день надо будет отдыхать. А надо так, чтобы еще силы оставались делать дела. Ну вот, GX заменили на LX570. Так сказать, король умер, да здравствует король, все чипы, мипы, все это там такое. Значит, вот это вот с собой, да, этот положить. А, так. Поэтому этого вполне достаточно для поддержания здоровья и более-менее массы тела. Если, конечно, больше хотите, ну больше. Итак, четвертый подход. Интересно, левая рука, возможно, она из-за того, что первая идет, на бицепс прет лучше, нежели правая. А вот на трицепс правая вообще сильнее. Потом хоть с нее начинай, хоть заканчивай, она тянет лучше. Итак, правая. Зажило правую, зажило. Важно, чтобы каждой тренировке было такое желание, жажда, аппетит. Тогда будет все хорошо. В противном случае можно перетренироваться, ну, получить негативный опыт, нежелание вообще заниматься. Так что пользуйтесь моими советами и будете прогрессировать во всех отношениях. Некоторых интересует вопрос, как я тренируюсь и с сердцем у меня все в порядке. Я на целебной кулинарии сказал, что у меня есть тайное оружие. Это проросшая пшеница. Я регулярно ем проросшую пшеницу. Проращиваю много, добавляю в
первое блюдо, салаты могу во второе. И так практически ежедневно. Как проращивать, у меня все рассказано в целебной кулинарии. Смотрите. Полно вам, люди, себя сквернять недозволенной пищей. Овидий. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое, совершенно игнорируя о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съев которое мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов.